Теперь наша основная задача – максимально мобилизироваться, и в 10 часов утра, буквально через несколько минут, начнется рассмотрение самого доклада и максимально держать руку на пульсе для того, чтобы доклад был принят. После принятия доклада, я думаю, что господина Агромута шансов практически уже не будет. То есть сразу же будет выделено уже по существующей процедуре предложение об его отставке. Агромут больше никто. И когда все политические силы парламента высловили ему недоверие, с этого момента он никто. Но нам важно другое, нам важно донести, и чтобы все запомнили раз навсегда. Россия – это токсично. Мы боремся. Их деньги плохо пахнут, их агенты плохо закончат. Вы должны понимать, что только Russia Today бюджет 600 миллионов евро. Это примерно сравнимо с бюджетом, например, обороны Украины. То есть они вкладывают сумасшедшие деньги. Почему? Потому что для них это сумасшедшая стоимость – это санкции. Санкции приносят десятки миллиардов убытков каждый год.